Коровка Конни. Художник Роман Рыбакевич. Композитор Джозеф Роя. Режиссер Джозеф Вициано. Подарок ко дню рождения. В одно чудесное весеннее утро Конни захотелось встретиться со своим другом Патчем. Пойду в лес поиграю. Мама и папа, пока! Пока, Конни. Надеюсь, ты вернешься не поздно. Придя в лес, Конни стала разыскивать Патча. Патч, ты куда? Я здесь, здесь! Извини, Конни, я тебя не нашел, а теперь тороплюсь, опаздываю. Торопишься? Что за спешка? Сегодня день рождения Пэдди, я должен найти для него подарок. Я хочу, чтобы это было что-то особенное. Я помогу тебе, Патч. Если искать вместе, мы все обязательно найдем. Ура! Спасибо, Конни! Мы найдем для Пэдди лучший подарок в его жизни. Пока Конни и Патч искали ему подарок, Пэдди играл с мячом, который ему подарили ко дню рождения папа и мама. Кстати, Берни, а где Патч? Ты его сегодня видел? Нет, но я уверен, что он скоро будет здесь. Он ведь ни за что не пропустит твой день рождения. Пэдди играл в мяч, ожидая, когда появится Патч. Смотри, Патч, вон и Пэдди, а мы до сих пор не нашли для него подарка. Ты уже знаешь, что ему подарить? Не совсем, но, скорее всего, Пэдди понравится какая-нибудь игрушка. А давай подарим ему игрушку, сделанную своими руками. Прекрасно, но из чего можно ее сделать? Можете сделать ее из листьев, ягод и всего, что найдется в лесу. Белинда права, надо сделать подарок своими руками. Да, и держу пари, это будет здорово. Давай сразу же и начнем. Патч и Конни в поте лица искали все необходимое, чтобы смастерить для Пэдди игрушку. Друзьям очень понравилась первая сделанная ими игрушка – маленький кролик. Второй игрушкой стала маленькая птичка. Привет, Патч, привет, Конни, я пришел поиграть. Что вы делаете? Как забавно. У Пэдди день рождения, и мы делаем игрушки ему в подарок. Мы уже сделали кролика, а теперь вот делаем птичку. Очень красиво, но вам не кажется, что ей нужна пара крыльев? Олли им очень помог. Он прикрепил птичке два своих перышка. Фантастика! Спасибо тебе, Оля! Ты настоящий друг! С помощью Оли, Патч и Конни начали мастерить последнюю игрушку. Очень вкусно! А из корки теперь можете сделать игрушку. Чудесная мысль! Спасибо, Оли! Патч посмотрел на корку, раздумывая, что из нее можно сделать. Я знаю, мы можем сделать из нее шляпу. Как ты думаешь? Можно и шляпу, но взгляни, это же чудесный кораблик. Кораблик?
Еще лучше! Пошли поищем паруса! Кораблику были нужны паруса. А вот из чего их сделать? Ну, конечно же, листья – вот прекрасные паруса. Замечательные игрушки. Да, Пэдди будет очень доволен. Конни была права. Пэдди очень обрадовался такому подарку. Чудесные подарки, Патч. Знаете, я ведь не сам их сделал. К счастью, мне помогали Конни и Олли. Поразительно! Как бы мне хотелось иметь такой же кораблик. Это было бы чудесно, он бы мне так пригодился для переправы через реку. Пэдди был добрым поросенком. Ему очень нравился кораблик, но он знал, что муравьи не умеют плавать, и решил, что Тому кораблик нужнее. Конни, помоги мне надуть паруса. Маленький кораблик подплыл к тому месту, где на берегу стоял Том, и Пэдди пригласил его на борт. Как хорошо сделан кораблик. Чей он? Это подарок для Пэдди. Если ты не против, Патч, я хочу отдать его Тому. У меня и так много игрушек. А Том сможет переправляться на кораблике через реку. Пэдди, какой ты добрый. Я хочу испытать мой новый корабль. Все очень гордились Пэдди и согласились, что он очень добрый. Ночью Конни подумала, как приятно дарить подарки, но еще приятнее дарить их тому, кто больше всего в них нуждается. Сладких снов, Конни! На русский язык фильм дублирован по заказу Nox Kids студии «Пилот». Киев, 2003 год.